Забег мечты пройдет 1 января в 2 часа дня. На спортивное событие уже зарегистрировались 200 березняковцев. Как отмечают организаторы, сотрудники Еврохима, забег мечты – это праздничное мероприятие для всех, кто хочет приблизиться к своим желаниям. Всем участникам выдадут специальные номера, на которых нужно будет написать мечту и пробежать 2024 метра вокруг территории городского парка. Старт от стадиона «Барс». Забег проводится при поддержке фонда Андрея Мельниченко и Усольского калийного комбината. Информационный партнер – телекомпания «Верхнекамье ТВ». Съемочная группа также выйдет на забег.